последнее время, после Катав-Ивановского землетрясения, которое произошло 5 сентября 2018 года, мы заметили небывалый всплеск интереса населения к уровню гаммафона в Челябинской области. В сети народ активно обсуждает испытания атомных бомб, выкладывают картинки с якобы официальных источников об уровне радиации. Но те картинки с данными, которые мы видели, судя по единицам измерения и прочему, выдают их фейковость. Запомните, гаммафон измеряется в микрозивертах в час, либо, если прибор старый, в микрорентгенах в час. Мы, как аккредитованная лаборатория радиационного контроля, вот посмотрите наш аттестат аккредитации, просто не могли не отреагировать на все это. Для того, чтобы успокоить население, показать реальную картину по гаммафону в городе Миассе, прямо сейчас при вас произведем замеры. Прибор у нас не абы какой. Вот посмотрите, а поверенный. Вот посмотрите название прибора. Свидетельство о поверке. И прямо сейчас при вас произведем замеры. Находимся мы в городе Миассе. Выходим на улицу. Начинаем измерение. Измерение займет некоторое время, придется подождать. Допустимый уровень радиации гаммафона 0,3. Для Миасса это обычно 0,15 фон в среднем. Вот, как вы видите, 0,14 микрозиверт в час. Все в норме. Совсем недавно, всего несколько лет назад, когда упал Челябинский метеорит, наблюдался точно такой же всплеск интереса населения к гаммафону. И мы точно так же проводили подобные работы. Результаты мы выкладывали официально на нашем сайте. Мы произвели также замеры, все было в полном порядке. И сейчас то же самое сделаем для вас, чтобы успокоить, чтобы вы не переживали.